пройти мимо Окея. Катя, иди сюда. Давай, нет. Давай. Давай, потом. А ты тоже в гроте? Конечно. Я Кате говорю, в каких полках едешь? Здесь одерживают. Я не одеваюсь. А сейчас не будем раздавать? Да, сейчас давай раздавать шарики. А чем ее резать? Она очень по-острому. Одна штука, возьми руки. Путин продал. Нет, давай. 10 рублей. Питер против Путина. Ну, вроде верно. Не покажете, что написано. Еще есть. Давай. Что написано, ребят? Не покажете на футболочке. А, вот так. Я бы предложил всем убрать. Да, потому что это уже призрак. Вот здесь чего вы меняете. Вы же все разы новые. Вот, у нас есть проект. У нас есть проект школы, который мы проверяют документы на кольцевой у обоих. Мы еще заказали автобус. Очень хочется ответить, что, грубо говоря, они пытаются помешать нам проехать. Они просто проверяют документы, не дают ПТС. Мы заказали еще автобус, мы все равно уедем. Но хочется, чтобы это было озвучено, потому что это как бы, ну, минимум беспредел. Скажите об этом, пожалуйста. Вот. Мы все равно уедем. Ну нет, хорошо, давайте просто понимаем. Андрей Павлович, здесь все равны, за день до мероприятия на все юридические адреса, которые вызвали автобусами, пришли оперативники. Людей кошмарили, им говорили, что не стоит с нами связываться, что мы какие-то террористы, отморозки, грубо говоря, ну просто пугали. После чего тормознули на выезде из автобусов, они отказались. Мы нашли новых людей сейчас, да, вот один человек поехал сюда, еще двое на подъезде. У них обоих проверяют документы, одного на кольцевой, другого где-то вот на Черемушке, он подъедет сюда тоже едет. Мы сейчас заказали еще два автобуса, они сюда едут. Но ситуация, конечно, неприятная, если ваш канал осветит это дело, мы прекрасно считаем. Потому что, ну, в реальности люди собрались, видно, что люди добрые, с шариками, без оружия. Смысл нам тормозить, а как бы, ну, бессмысленно. Спасибо. Сколько всего автобусов остановились? Два. То есть они сейчас в дороге находятся? Да. Но мы еще заказали. Блокировали? Мы еще заказали. Да, и при этом документы. Одного отделя ПТС. Сколько говорили? А вчера сколько? Вчера три. Сейчас всего уже три будет у нас опять. Все нормально? Да, но мы все равно увидим. Они там новый автобус там едут. Все нормально. Те же люди? Так вот, Кондова, и весело. Добиваться, правда, еще и весело. С него, короче, Акапулин, ну, уходи. С любовью. Лоза экстремистский такой. Вот что у вас. Власть убирай, и все уходят. А одно с другим связано, потому что, на самом деле, все экологические проблемы, это связано с политическими проблемами. То есть, вот уплотнительная застройка, воровство скверов, да? Вот.
вот куда ни кинь, все, все. Пробки – это тоже итог воровства. Вот. Я сегодня смотрю, вот проезжает там, например, Сапсан, да? И такая мысль. Вроде нормальная история, у нас появились такие же быстрые поезда, а с другой стороны понимаешь, что из этого Сапсана вот, вред страшной экономике, то, в том числе другие поезда ничего не ходят, да? Люди не успевают на электричку, люди не ездят. То есть кому-то выгодно, что и так везде. Кому-то выгодно построить, чтобы город стоял. Кому-то выгодно построить, да, там, украсть скверы для того, чтобы не было воздуха, да, у остальных. Вот, и в конечном итоге по экономике. По здоровью удар. Все под политика. Политика у нас коррупционная. То есть я думаю, что всем понятно, что власть нелегитимна, и это просто воры, которые, кроме всего, кроме скверов, кроме рудников, кроме скважин, да, украли еще наше право быть собой, наше право решать, как нам жить, наше право думать. Да, думать, именно думать, потому что средства массовой информации наполнены канализацией. Ну, скажем так, художниками, да, которые служат канализацией сознания. То есть говорят о чем угодно, что угодно, как угодно кривляется. Врут про хорошую милицию, фильмы там снимают. Только для того, чтобы задурить. Чтобы народ перестал думать. Слава Богу, один из таких художников, там, Ксюша Собчак, да, из дома перескочила, так сказать, даже ее уже не стало. Спасибо. Удачи. Спасибо. Взаимно, да. Не забывайте нас. Если что, не забывайте нас. Мы тоже едем, да. Алло. Да. Да, есть. Будьте здоровы, без. Да, никому не трогайте. Тоже как прекрасно. Понятно. Каким образом? Компания. Давайте вы скажете, кто вы, а потом мы будем разговаривать. Давайте мы будем так делать. Пивоваров! Пивоваров! Ради Бога, мы за 2 часа стоим. Опа, а как представился, да, наконец? Да, в курсе. Он сказал представиться, когда придет пивовар. Смотри, нормально, того, чтобы не нарушать. Он оказался не за покупку. Вы вполне сможете все попросить. И не устраивать, вот здесь вот, допустим. Ничего здесь нет. Если вы что-то не нарушаете, никто ваши права нарушать не собирается. Гарантирует на сегодняшний день? Еще раз. Я просил, я сказал, пожалуйста, присаживайтесь, пожалуйста, без всякого нарушения. Если вы не нарушаете в российском государстве установленных правил, вы спокойно едете, никто ничего вас не противоречит. Отлично, супер. Пожалуйста, не толкайте нас. А спереди можно толкать? Свет. К сожалению, я начальник полиции Московской. Я не знаю, что в Кунинском районе. А что в стране творится, вы в курсе вообще, нет? Прошу, вот все те люди, которые сейчас здесь находятся, пожалуйста, присядьте в автобус. Если, к сожалению, на сегодняшний момент, сейчас будет такая ситуация, мы вынуждены взять меры к задержанию. Мы там собираем, скидываем, у нас есть бюджет, а запасом есть, да? Есть люди, которые дают деньги на автобус. Мы даем деньги на поезда,
и, предположим, кого сажаем в машину. Чтобы мы понимали, сколько людей есть. Пожалуйста, не торопясь, вот через трех человек пройдите как каждый. Пометьте галочками. То есть первый вопрос, секунду еще раз. Автобус только ли, да? Только автобус, да? Можете ли поехать на поезде, если будут деньги, да? И третий вопрос, есть ли автобус? Самое интересное, если есть у вас друзья с машинами, которые едут, да? Я знаю, что такие есть, да? Давайте посчитаем, вот и самый простой путь будет. Хорошо? Наташа, Катя, всех. Здесь три автобуса и три списка. Если у вас нет, то здесь список. Наташ, подойдите ко всем остальным девушкам, чтобы сразу искать по трем спискам. Люди же не знают, в каком они списке. Все, не творится. Ну, просто сейчас все. У нас два автобуса, хорошо, отправляем. Все. Остальных людей направляем за очередь на поезда, либо через установили. Просто больше, а мы не приедем. Да? Все, плохо. Нам надо ехать. Вот. Как бы мы сделаем все. Все, то есть как бы. Да, все. Придется забрать. Забирайте гитару. Подождите, что? Первым? Первым. Третьим. Третьим. Скажите, пожалуйста.